Как в Серпухове борются с последствиями снегопадов? Представители администрации Госавтотехнадзора ежедневно проверяют качество уборки территорий. Каждый двор, тротуар, вход перед подъездом и парковочные карманы должны быть очищены от снега. На улице тяговой с утра работает техника. После очередного снегопада уборка улиц в процессе. Со скольки вы сегодня работаете? С 7 часов утра работает техника. Дворники вышли где-то в 5:30. Работы продолжаются после снегопада. Техника работает. Все в усиленном режиме. Дворники все на своих местах, на участках. Идем безостановочно, то есть не прыгаем с адреса на адрес. В микрорайоне Ивановские дворики тоже идет уборка после снегопада. Представители администрации совместно с Госавтотехнадзором проверяют не только работу коммунальных служб. Предприниматели тоже должны содержать свои объекты должным образом. Например, перед этим салоном красоты ступеньки не почищены, а это опасно для посетителей. Наверное, дверь хотя бы закрыли, чтобы люди к вам не этот... А ведь не чищены пороги. Мы же не знаем, что... Что говорить? Индивидуальный предприниматель сегодня получил предупреждение. Но за подобные нарушения при содержании территории в зимний период предусмотрены и штрафы. Меры административного воздействия предусмотрены Кодексом Московской области об административных правонарушениях. В данном случае статья 6.12, часть 1 и статья 6.13. Данные статьи предусматривают такие санкции, как предупреждение и денежные штрафы. Денежные штрафы на юридических лиц от 15 тысяч до 70. За ночь выпало больше 20 сантиметров снега. Коммунальные службы работают в усиленном режиме и сегодня начали уборку раньше времени. Механизированная уборка произведена почти во всех дворах. Дворники работают с 5:30 утра. Сегодня в городе работает 396 дворников и 33 единицы техники. В течение 12 часов управляющая компания должна очистить территорию от снега. До конца дня, конечно, все навалы снежные будут вычищены. Всего в уборке городских территорий и дорог сегодня были задействованы 450 человек и 100 единиц техники от комбината благоустройства, Мосавтодора, Капиталстроя и управляющих компаний. Очищали дороги, тротуары, площади, парки и остановочные комплексы. Особое внимание уделяется улицам, по которым проходят маршруты общественного транспорта. Напомним, что в Серпухове продолжает действовать оперативный штаб по зимнему содержанию территорий. Телефон для сообщений в мессенджере WhatsApp вы сейчас видите на экране.